Ну, давай начнем с того, то, что по поводу оппозиции. Ну, если я уже говорить честно, то, предположим, Алексея Навального я лично обучал рукопашному бою, я лично его обучал физической культуре и спорту. Мы учились с ним в одной школе, моя мама была его классный руководитель, в конце концов. Я с ним общаюсь, но у меня есть своя точка мнения и зрения. Я настоящий патриот.